Что нужно для хорошего кошения травы? Сама трава, спокойное место, такое как здесь, и тишина. Но вот с последним пунктом часто возникают проблемы, потому что кошение чаще всего производят бензиновой техникой. Но сегодня у нас таких проблем не будет, так как у нас на обзоре практически бесшумная аккумуляторная газонокосильная машина Cayman Rida 84 IMAX. Ну и давайте кратенько поговорим про ее основные технические характеристики и ключевые особенности. Это аккумуляторная газонокосильная машина Cayman Rida 84 IMAX. Она имеет бесщеточные моторы общей мощностью 2,4 кВт и литий-ионные аккумуляторы емкостью 31 Ач. На данной газонокосильной машине установлена дека с рабочей шириной 81 см. Дека имеет 4 опорных колеса, которые защищают газон от скальпирования, и оборудована двумя ножами. Каждый нож имеет независимый мотор с защитой от перегрева. Дека может регулироваться по высоте от 25 до 127 мм. Травосборник на 150 литров с ручным опрокидыванием. Машина может работать не только в режиме сбора, но и в режиме мульчирования, благодаря заглушке, которая входит в комплект поставки. Теперь поговорим об основных элементах управления. За движение машины отвечает отдельная педаль, а направление движения мы выбираем с помощью отдельной клавиши, на которой можем выбрать движение вперед, нейтральный режим или движение задним ходом. При движении задним ходом включается специальный сигнал, оповещающий окружающих о том, что вы двигаетесь задним ходом. Также над правой панелью управления присутствует кнопка, которая включает газонокосильную деку. Чтобы ее включить, мы поднимаем желтую клавишу вверх, и в случае внезапной остановки нам достаточно по ней хлопнуть, и дека немедленно остановится. А теперь давайте посмотрим нашу тихую газонокосилку в работе. Выставляем уровень деки на третье положение, чтобы не выкашивать газон под ноль, и приступаем к работе. Также для удобного кошения на машине присутствует режим круиз-контроля. Для этого во время движения нажимаем на отдельную кнопку и отпускаем педаль. И машина сама будет поддерживать скорость, и вам не придется постоянно держать напряжение ногу. Как видите, машина очень тихая, мы не мешаем посетителям, и мне не приходится даже повышать голос. Вот такая интересная и практически бесшумная аккумуляторная машина сегодня у нас была на обзоре. Мы рекомендуем ее использование как для частных, так и для коммерческих организаций с общей площадью кошения до 25 соток. Если она вам понравилась, вы можете ее приобрести на наших сайтах, ссылка в описании, или посетить наш дилерский центр Юнисо по адресу Московская область, город Химки, Ленинградское шоссе, владение 29Г. С вами был Вадим, пока!